Привели в порядок могилы ветеранов и участников войны, убрали мусор, опавшую листву и сухие ветки, очистили мемориалы от грязи и пыли. Акцию памяти провели бендерские милиционеры. Сотрудники Бендерского ОВД благоустроили места захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. Акцию традиционно проводят в преддверии празднования Великой Победы по всей республике. Борисовское кладбище, Старое городское, милиционеры привели в порядок более 10 могил воинов. Мы провели акцию «Нет забытых могил». В преддверии 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне мы обошли могилы наших бывших сотрудников ОВД, ветеранов Великой Отечественной войны. Потому что некоторые могилы, конечно, остались без ухода в связи с тем, что либо родственники выехали за пределы ПМР, либо их нет. Мы берем шество над такими могилами, приводим их каждый год в порядок, чтобы наше поколение новое приучалось уважительно относиться к героям Великой Отечественной войны. С мест захоронений убрали скопившийся мусор, сухую траву и листву, старые венки. Покрасили памятники и ограды, обновили прилегающую к могилам территорию. На уборку мест захоронения участников Великой Отечественной войны я вышла в первый раз. Считаю это правильным поступком и впредь планирую участвовать в этой акции, так как это наша история, и я ей очень горжусь. Сотрудники милиции уже не первый год поддерживают традицию убирать могилы ветеранов Великой Отечественной. После наведения чистоты к могилам возложили цветы. Этот посыл помогает сохранить историческую память о подвиге героев Победы, считают организаторы акции.